Сегодня в ночь задействовали 287 единиц спецтехники, из них 138 – это самосвалы. Когда трафик автомобилей сокращается, подрядные организации проводят работы по расчистке проезжих частей и погрузке снега. Одна из улиц, которую освобождали из снежного плена этой ночью – Старозагора. Ранее комплексно отремонтированная по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В данный момент ведется расчистка улицы Старозагора, которая была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Данная улица относится к дорогам второй категории, поскольку имеет высокую пропускную способность, а также по ней интенсивно ходит общественный транспорт, имеется социально значимое учреждение. Специалистами нашего учреждения осуществляется ежедневный контроль за содержанием улично-дорожной сети. Во время проверки оценивается каждый элемент улично-дорожной сети. Это проезжая часть, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Службы благоустройства продолжат работу в усиленном режиме. С начала сезона со всех территорий города было вывезено около 250 тысяч тонн снега. Для Михаила Кличенкова это уже 10-я зима, когда он занимается расчисткой улиц. Отмечает, что не припомнит, когда в последний раз было настолько много работы. В начале февраля выпало уже больше месячной нормы осадков. Дорожным уборщикам приходится трудиться в круглосуточном режиме. Работаем почти без выходных. Круглые сутки. Вот сменщик днем работает, я ночью. Жителям помогаем, чтобы работа была. И добирались все без пробок, старались, чтобы и чистые пешеходы защищаем, чтобы чистота была, старались. Затрудняет уборку снега припаркованный личный транспорт. Самарцев в очередной раз просит своевременно убирать свои автомобили с обочин дорог и по требованию управляющих организаций освобождать парковочные карманы. Мария Левина, Василий Колдашов. События.